Но одно дело, если холодно на улице, и совсем другое, когда дома. С подобной проблемой столкнулись жители Иркутского микрорайона Зеленого. Уже несколько недель температура горячей воды в кранах не превышает 35 градусов, хотя по нормативам должна быть не меньше 60. В ситуацию уже вмешались сотрудники регионального жилнадзора. Специалисты направили в администрацию Иркутска предостережение о недопустимости нарушения закона. Устранить выявленные нарушения и вернуть в краны жителей по-настоящему горячую воду коммунальщикам необходимо до 26 декабря. В администрации Иркутска нам сообщили, что держат ситуацию в Зеленом на особом контроле. Причина всех бед в ветхих коммуникациях. Раньше котельные и трубопроводы принадлежали Министерству обороны и лишь в этом году были переданы на баланс города. Если властям не удастся вернуть тепло в квартиры, служба жилищного надзора намерена обращаться в суд.